Сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества, нелегкий труд Сергея Бюрдуга был особо отмечен. Учитель НВП Мичуринской средней школы получил от акима Кустанайского района почетную грамоту за большой вклад в развитие гражданского общества. За спиной капитана запаса 20 лет преподавания. И сегодня некоторые его воспитанники – курсанты военных вузов и офицеры. Дело в том, что мы не должны никогда забывать историю. И тем более сейчас, накануне Дня Победы, когда участников Великой Отечественной войны осталось живых очень мало, на смену им приходят воины-афганцы, с которыми мы очень хорошо дружим. И вот эта связь поколений дает очень большое. Сохранить связь истории между поколениями – это одна из важных задач не только учителей, но и участников военных действий. Потому, как говорит председатель Союза ветеранов Афганистана Кустанайского района Мурат Успанов, нужно больше беседовать с молодежью. Кстати, Мурата Успанова сегодня тоже отметили. Участнику афганской войны вручили медаль «25 лет вооруженным силам». Однако, как он признается, для него это не самое главное. Не награды, конечно, важны нашему защитникам Отечества, но самое главное, чтобы дух такой был. Любить Родину самое главное, вот и в чем вопрос. Вот для чего мы везде проводим вот такие круглые столы, собираемся в школу, чтобы ребятам объяснить, что такое Родина. У солдата только, как говорится, две матери – Родина мать и мама, которая отправила его. Сегодня чествовали не только заслуженных в своем деле, но и призывников. На сцене Дома культуры состоялись торжественные проводы в армию новоиспеченных солдат. Из года в год растет потенциал нашей армии. Вооруженные силы оснащаются современной техникой. Активно внедряются новые технологии и автоматизированные системы управления. Повышается интенсивность и качество воинской подготовки. В настоящее время 37 ребят Кустанайского района несут службу в вооруженных силах страны, и четверо обучаются в военных вузах. Диара Ахмедшин, Динара Абдирова, РТН.